Речо, это Лена Санжировская. Фитнес-гуру в Инстаграм. Привет, мои дорогие, привет-привет, всех рада видеть. Всех рада видеть, кто готов со мной сейчас вот позаниматься прямо сейчас, и те, кто в течение дня посмотрит и потренит. Смотрите, тренировку буду выполнять с резиной из гири, если у вас нет ни резины, ни гири. Ну, просто заменяйте упражнениями, которые вам придут в голову. Там, где я работаю с гири, если вы подготовлены, можете взять там 5-литровую бутыль с водой, например, или гантель какую-то, или блин, все что угодно, либо просто приседать. Короче, включайте фантазию, и как получится, так и делайте. Что я с вами делаю? Ничего я с вами не делаю. Да, ребят, фигово без зала. И я уже вам говорила, да, что вот первый раз в жизни я пожалела о том, что 100 раз мне предлагали эту рекламную дорожку Ямагучи, которую все уже блогеры прорекламировали. Я все отказывалась, потому что думала, какой мне смысл брать домой беговую дорожку, я всегда смогу побегать на улице в любой ситуации. Ну вот вам, пожалуйста, вот так вот ситуация сложилась, что на улице побегать не получится. И, конечно, не хватает зала, но зала-то еще ладно, да, вместо зала вот, пожалуйста, ну, худо ли бедно, есть штанга и так далее, но без кардио, и я уверена, меня поддержат вообще все те, кто регулярно тренируется, без кардио, вообще без движения, конечно, безумно тяжело что-то. Вот смотрите, сегодня уже солнце. Вчера, когда еще была такая фиговая погода, было полегче. А сегодня вот такое вот солнце, прекрасная погода, и, конечно, очень хочется на улицу, прям очень хочется на улицу. Ну, пока еще, как я знаю, нам карантин до 14 числа официально не продлили. Не знаю, продлят, не продлят. Просто уповаю на то, что до 14 числа не продлят карантин. Хотя, с другой стороны, это все будет зависеть от того, как будет все развиваться. Вот, как все будет развиваться. Так что мы продолжаем оставаться дома и тренироваться. Давайте, мои дорогие, сейчас сделаем небольшую разминочку, потом основную часть сделаю тоже под табату, просто удобно, чтобы не считать, ничего не заморачиваться, этот таймер очень удобен, вот, и закончим небольшой растяжечкой. О чем мне сдаваться-то? Вы такие смешные. А знаете, больше всего меня смешат люди, которые мне постоянно желают доброго здоровья, силы, чего-то еще. Ребят, у меня что здоровье, что сил, такое количество, что вам просто, знаете, ну, к сожалению, даже не приснится такое количество здоровья и сил, как у меня. Поэтому вам, конечно, всем спасибо, но со здоровьем и силами у меня все в порядке. Так, сейчас проверю немножко. Вот так вот. Все, мои дорогие, сейчас будем разминаться. Секундочку. Включаю топ 100 Россия, это 2019, топ 100 Россия 2019, думаю, что это там до сих пор грустный дэнс на первом месте, а топ 100 Россия 2020 еще нет, наверное. Ну, давайте разомнемся, господи, под грустный дэнс. Что теперь? Стерлится мозг.
другого пола. Не сводит глаз с танцпола, а я там гордо танцую одна, играя на грани пола. Ты сделал больно мне снова. Я знаю, что виновата сама. Мне сводит душу и тело, так сильно тобой заболел. И вот температуру опять звучат минорные треки на этой дискотеке. Я начинаю тебя забывать. Продолжайте маршировать. Что если на протяжении тренировки вам какие-то упражнения покажутся сложными, вы не сможете их выполнять в течение 20 секунд, либо заменяйте любыми другими простыми упражнениями, типа приседаний каких-то неглубоких, либо маршируйте. Главное не останавливаться. У вас работает сердце. После того, как мы начали тренировку, ваш пульс поднялся до определенного уровня. Где-то через 20 минут он поднимется до уровня жиросжигания, до целевой зоны. Поэтому постоянно двигаемся. Так, таймер Табата. 20. Все, нашли. Five, four, three, two, one.
Канистру с водой. 30. Так, 4 минуты марш. 4 минуты, не останавливайтесь, маршируйте. Не останавливаемся. Подход на трицепс.
отягощения. Любые. Корпус на тоне. Еще два подхода на бицепс. Дышите и пейте. Если кто-то со мной занимается. Последний подход на бицепс. Еще 4 минуты, да, делаем бицепс. Следующие 4 минуты будут на пресс. Выдох, выдох, выдох. Пьем. Следующие 4 минуты сет на пресс. Следите за поясницей. Выполняйте в меру своих возможностей. Сложные для себя упражнения меняйте. Отдых. 10 секунд отдых. Отягощение не обязательно. Ногами пола не касайтесь. Сейчас будет классика скручивания поясницы, не отрывать шею, расслабить. Отрываем лопатки. Поясница прижата, ноги вверх, прессом, а не инерцией. Следующее упражнение. Спина круглая. Five, four, three, two, one.
Очень медленно. Ноги ниже. Поясницу не отрывать. Встаем всегда перекатом. 4 минуты закончились. Планка. Попейте. У кого есть отягощение на ноги, отягощение надевайте. Кроме резины, берите резину. Кто стоит, маршируйте. Бедра, ягодицы. Секунду. Ну. Ноги шире. Наверху стоп, 10 секунд держим. 10 секунд держим, еще 2 подхода. Держать. Булки зажаты. Резина растянута, чувствуете приводящие. В нижней точке коврика не касаться. Миллиметры что? Третий подход. Держать булки. Держать. На каждый счет. В темпе.
в одну линию. Нога максимально вверху. Пятка выше, чем носок. Бедра подайте вперед. Следующие 4 минуты снова ягодицы и ноги. Как вы там? Хоть три коллеги занимаются со мной, интересно. Но ничего, хоть посмотрите, взбодритесь. Взбодритесь, мои дорогие. Итак, 4 минуты снова ноги. Поясницу не прогибайте. Делайте махи, не останавливайтесь. Махи, поясницу не прогибать. От ягодицы. Отдыхайте, я доделаю. Поясницу не включать. Продолжаем ягодицы, бедра. Глубокий присед. По 4. Приседи, вес на пятке. Приседи, акцент всегда на пятке. Нижнюю часть стопы. Приседайте, не падайте вниз, грудь наверх. Целевые мышцы напрягайте. Расслабили колени. Опорное колено расслаблено. Опорное колено расслаблено, мои дорогие. Центр тяжести посередине, носок внутрь. Yeah.
Молодцы. Попейте. Так. Сколько мы с вами сделали? 20 минут уже? Или 25? 20. Последний сет на спину. Последний сет на спину. Готовы? Тут и ноги, ягодицы тоже частично кое-где будут работать. Прямая, колени расслаблены. Наденьте на две ноги, на две ноги. Берите гантели. Спина ровная, локти четко вверх. Наклон 45 градусов. Лопатки соединяйте. Отягощениями до уровня плеча, лопатки вместе. We'll be right back.
что, все, кто тренировался со мной, надеюсь, вас было хотя бы 10 человек, вам огромное спасибо. Всем прекраснейшего настроения. Не забудьте сделать растяжечку. Вчера растяжечку показывала. Я просто растяжку еще не делаю, сейчас отключаюсь, еще потренируюсь. Вот. Люблю вас, мои дорогие. Очень люблю. Продолжаем пока сидеть дома до особых распоряжений. Бережем себя. Ценим жизнь. Слепакова слышали? Кто не слышал, послушайте песню Слепакова про коронавирус. Вирус, про коронавирус. Хотела ее выложить, там очень много мата, даже для меня. Я тоже с больной поясницей, не надо искать себе оправданий. Надо с умом все делать. Мои хорошие, смотрите, сегодня у меня будет эфир, посвященный, во-первых, Петросяну, старому коню вонючему, и родам его жены, которая, по моему мнению, ярко выраженная представительница женского ЛГБТ. Я ничего против не имею, но это 100%. Вот. И, конечно же, мы с вами еще поговорим о том, о чем вы все меня просите уже почти целый день. Эфир сохраню. А сейчас просто чисто для настроения еще 5 минут движения. Я буду продолжать, а от вас отключусь. Кто хочет со мной просто подвигаться 5 минут для фана, welcome. Ух, секундочку. Телеэкраны, посты Инстаграма. Королева богиня спортзала, ты мотиватор, нежно и жестко. Так горячо, это Лена Сунжировская. Фитнес-гуру в Инстаграм. Фитнес-гуру в Инстаграм. Фитнес-гуру в Инстаграм. От Юрика видео по сори. Телеэкраны, посты. Сори, звонит внук по видеосвязи, я это пропустить не могу. Увидимся.